Что и говорить. Слов нет, одни эмоции. Вот об этой машине и будем мы говорить с точки зрения эмоций. То, что этот баварский агрегат полон наворотов, слов нету. Такого количества прибамбасов трудно встретить вообще в какой-либо другой машине. Полный электропакет. В семерке вам не придется применять грубую физическую силу. Достаточно легкого нажатия кнопки и все. От зеркал до сидений приводится в движение. Кстати, автоматическая коробка переключения передач может работать и в ручном режиме, благодаря системе Steptronic. Но это для особых водителей, решивших попробовать себя в автогонках. Машины BMW, мы уже говорили, можно отнести к разряду самых скоростных седанов и спорткупе. Дело в том, что двигатели здесь очень оборотистые и при этом долговечные, как ни странно. Ну, качество говорит само за себя. 4-литровый силовой агрегат мощностью свыше 250 лошадиных сил скрыт от любопытных глаз декоративными накладками. Для чего? Ну, прежде всего, из эстетических соображений. Красота, да и только. А так как работать с мотором должны исключительно специалисты, то пусть они это и делают. Как говорится, не стоит лезть в хорошо работающий механизм. Но самый лучший показатель машин BMW – это управляемость. Какая бы ни тяжелая была машина, семерка все-таки это довольно-таки увесистый образец автомобильной техники, то, как ходит она в повороты, трудно передать словами. Вы можете ехать 140 км в час, а в повороте чувствовать себя, как будто едете 70. И все-таки главный девиз 740-й IL – это комфорт и водителя, и пассажиров. На передних и на задних сиденьях просторно и уютно. Для этого предусмотрена система раздельного климат-контроля. Ну а мощная и качественная акустическая система вкупе с телевизором превращает автомобиль в домашний кинотеатр. Кстати, этот многофункциональный дисплей служит еще и навигационным компьютером. Шикарно, шикарно и еще раз шикарно. Эти слова можно повторять как слово «сладко», только приторно во рту не становится. Ощущение скорости, комфорта и удовольствия за рулем остается всегда, буквально. Автомобиль можно сравнить с космическим кораблем на колесах. В особенности эти аналогии приходят на ум, когда приходится маневрировать в кварталах и на парковке. Датчики, смонтированные на переднем и заднем бампере, предупреждают водителя о запасе расстояния до объекта. Кстати, демпфера крепления бампера позволяют BMW спокойно переносить удар на скорости до 40 км в час. Ну а если сравнивать цену космического корабля и этой машины, можно удивиться. Конечно, новая машина стоит ну просто безумных денег, а особенно такой навороченный вариант. Но дело в том, что у нас в городе ее можно купить по просто смешной цене. Она на авторынке Welt, а найти ее можете вы именно там, стоит около 27 тысяч долларов. Если мы будем сравнивать по относительной цене, это приравнивается примерно к стоимости довольно средненькой иномарки. Но машина эта выпущена в 1998 году. Пробег не составляет более 70 тысяч километров. Подумайте сами. Практически новый автомобиль по стоимости, практически новый навороченный автомобиль по стоимости, ну, таких машин, которые не могут с ним сравниться, это точно. Этих уникальных машин в городе всего две. Очень сильно сомневаюсь, что человек, хоть раз севший в салон или за руль такого изумительного автомобиля, забудет непередаваемые ощущения роскоши и комфорта, которые дарит BMW 740 IL.